Привет, друзья! Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. Мы сегодня будем делать и кушать конфеты. Да, сегодня будем делать японские конфеты, которые нам привезла из Японии тетя Лариса из Токио. Да, небольшой сегодня ролик. Хотим просто посмотреть, что там. Тетя Лариса ездила в Японию, в Токио, и привезла нам вот такие вот конфетки, да, называются Traditional Tasty Sweet of Japan. Называется Matcha Choco Daifuku. Matcha Choco Daifuku. This is an originally made Japanese Daifuku. Daifuku. Да. Ну, в общем, какие-то японские сладости или конфетки. Ну, давайте, открывайте и попробуйте. Попробуем все вместе, что это за конфетки такие японские, да? Сладости там это или конфеты, или что там вообще такое. Так, Алиса и Егор открывают. Это тоже первый с какой стороны. Так, Алиса, быстрее открыла. Так, о, и белая коробка. О, пупсик упал. Пупсик, бэби бёрд. О, ну-ка, что там такое? Покажи, Егор. Сладики. Покажи. Вот такие вот интересные сладости, да? Какие-то интересные, какие-то под пленкой. Ну-ка, открой, там пленка открывается, или ее нужно... Или ее нужно разрезать. Она в пакете вот так. Ну-ка покажи. На, ножницы, Егор. Я тут легко. Не, на, ножницы аккуратненько сделай, вот так вот прорежь и вытащишь оттуда. Она их уже нет. Но их уже больше нет. Никаких. Давай я сделаю. Держи, чтобы они не упали. И в коробочку вытащишь и в коробочку положишь. Как-то пахнет. Это пахнет странно. Ну, это же японские конфеты. Японцы сделали. Да. Вытаскивай вот сюда. Вот. А у японцев не совсем. Вытаскивай, Егор, и вот сюда вот клади, чтобы они не вывалились. А у японцев не совсем конфетки. Это не конфетки, а что-то там такое. Ну-ка покажи, Егор, давай покажем, что это такое за сладости какие-то японские. Это что-то жидкое. Вот, что-то это не жидкое, это какие-то такие интересные желеобразные, вот, да? Ну, пробуй, да. Я тоже попробую, да? Ой, это желе какое-то интересное такое. Ну-ка. Вкуснятина. Там что внутри? Для меня это обычная еда. Ну, там, я не знаю, это желе какое-то. Алисе не понравилось. Да? А нам понравилось. Ну-ка, Егор, дай я попробую. Они разные, что ли? Нет. А, нет. Фу. Алисе не понравилось японские сладости, а нам очень понравилось, да? Они такие, как обычная еда. Я хочу зеленые яички. Да, зеленые они, Алиса, одинаковые все. Они зеленые, их давишь, вот это такая штучка, она мягкая-мягкая, как это, не знаю, как пластилинчик какой-то. Ну и вкус, конечно, специфический, может, не всем детям нравится. Да, Алисе и Пупсику не понравилось. У Пупсика аж шапочка слетела, да? Я застрял в конфете. Ну вот какая конфета, как лизун получается, да? Да. Такой лизун, вон Егор ее даже разобрал, эту конфету, она как жвачка. Ну, очень вкусная, да? Мне, в принципе, понравилось. Вкусный такой специфический вкус, да? Не хочет. Ладно, все. Всем говорим пока-пока. Пока. Мы посмотрели. Подписывайтесь на нас в канал гостях Алисы и Егора. И ставьте пальцы вверх. И комментарии оставляйте, кто пробовал японские сладости и понравились они вам или нет, да? Пока-пока. Пока.